Привет! Ну что, погуляешь со мной? Скорее прокатишься? Вот тебе моя рука, держи! Я сегодня хочу рассказать немножко о себе, как это сделала Виктория, наша прекрасная певица из города Кривой Рог. Она предложила формат рассказать о своем городе, о своей улице, о своем доме. Ну, что я могу сказать? Улица, где я родилась и где стоял мой дом, улица есть, дома нет. А вообще, на самом деле, родилась я в городе Грозном. Но в 3 месяца меня перенесли по воздуху и зарегистрировали здесь, в городе Сочи, как коренную жительницу. Ну, действительно, коренная, потому что дед мой отсюда, отец мой с Ривьеры. Вот как раз улица Виноградная, она проходит мимо этого парка замечательного и мимо входа на пляж. Сейчас там идет грандиозная стройка. А раньше были бараки, где появился мой папа. Но я уже не видела этого. Там уже к моменту моего рождения вовсю кипела курортная жизнь. Рядом река и кафе. Ромашка на бережку, которых, к сожалению, уже закрыли навсегда, выкупили эту территорию. И теперь этих кафе, которые были раньше, просто не будет. Это было очень печально слышать, потому что многие из вас, кто хоть раз был в городе Сочи, непременно были в этих шашлычных, в этих прекрасных кафешках, танцевали там, отмечали дни рождения, просто отдыхали, кушали очень вкусные шашлычки, коньячок под шашлычок, вкусно очень. Вот. А что еще рассказать? Ну, училась я в первой школе, закончила институт в Пятигорске. Ну, не получился формат Виктории. Сейчас работаю на улице Рос. Я провизор. Так что, если что-то надо, обращайтесь по лекарствам. Кто может, кто не может, в личку пишите. Смогу, если отвечу, помогу, чем смогу. Всем хорошего дня и с наступающим старым Новым годом. Можете попеть со мной эту песенку, а можете просто погулять со мной чуть-чуть, проехаться в машинке. Пока!